Всем привет, это Вика и Басик. Сегодня мы расскажем, как приготовить кашу для Басиков. Для этого нам понадобится мисочка, ложка и краска. Краска может любого цвета быть, у меня будет банановая кашка. Можно малиновую, морковную. Потом вода, полная чашка. Может быть кофе. И мука. Берем ложку. И 5 столовых ложек накладываем. Давайте я наложу, и мы вернемся. Ну вот, я уже положила муку. Дальше мы берем немножко воду и немножко наливаем. Давайте я опять же налью, а то никак не получится. И наливаем еще немножко воды. Да, я забыла сказать. И размешиваем, вот я, вот, чтобы такая вот каша моложе получилась. Давайте я еще немножко размешаю, и потом я приду. Ну и вот такая вот каша у вас должна получиться. Такая вот, но это еще не все. Вы должны еще немножко подольше размешивать. А дальше берем краску и вилку. Берем. И кладем кашу. Примерно вот столечко. И размешиваем. И у меня получилась банановая каша немножко. Мне еще немножко нужно добавить красочку. Слишком много. Слишком много не надо добавлять. Вот такая у нас кашка получилась. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы подпишитесь на